What is happiness for you? Понятно, я лично думаю, что это получится. Первый раз попробовать, лучше бы сделать. Вы поняли, короче. Да, здесь понятно, чтобы не терять время. Техническую задачу. Потом вы себе разберете, что куда повернуть, что как сделать. Понятно. Здесь все понятно. Вроде все нормально, но как-то что-то я не уверен, что из обувной коробки хорошо делать фильтры, там, как-то так. Вот ну, интернет такой, понимаете, это профессиональная деятельность. Вот как-то все должно быть, вроде бы все и видно, и что-то вот в ней как раз вот. Вот последнего, ну нет, вот. Как вы не видите? Ну вот даже посмотреть, просто проколоть, если эти покажки, но надо человек взял вот именно именно этот момент. Казалось все просто, но... А сейчас вот, сейчас сюда снять. Вот я уже нарисую вот эту так схему, чтобы можно было смотреть и вот понимать, как все происходит. Вот что мы будем делать? Вот это первое идет, мы рисуем. Так, это ватная будет такая пробка. Первое, да, это у нас скошенный агар с мицелием. Вот это первое. Из пробирки мы делаем... Давай. Потом после этого идет из этого агара мы нарисуем вот так вот. Мы нарисуем 0,5 литра. Это будет банка. И вот мицелий будет здесь. Это будет зерно. Потом из этой банки мы рисуем дальше. Получается уже мы высеваем эту банку. То есть пробирку на банку. Банку. На напишите снизу. Сколько это штук? Уже будет пакет. Мы его нарисуем сколько вот так. Сколько штук банок? Не важно. Это не важно. Не важно. Сколько получится? 5 штук. Это зависимо от пробежки. Теперь это уже получается пакет. Вот я рисую вот этот фильтр у нас. Да, вот то, что мы делаем. Угу. Вот это пакет с фильтром. И я на нем всегда, когда вот банку пересел в него, я на нем ставлю такую букву, я вот так рисую. Это маточник. Маточник, ну вот я всегда пишу вот такая в кругу букву М. И из этого пакета, следующий этап, из этого пакета мы будем пересевать. И получается уже, снова у нас получается уже пакеты с фильтром. Ну этот вот пакет я уже значу буквой R. Круг я не рисую. А почему вот так я рисую? Потому что в процессе там работы, переноса, иногда даже маркер стирается. Да, чтобы больше так вот, здесь R. Это означает, что это рабочий. И вот таких пакетов в результате, этот будет тоже одна штука из банки. И вот этих рабочих у нас получается 12 штук. При условии, что этот пакет у нас будет 4,5 килограмма. Нет, 12. И вот. Тут тоже 4,5, да, вот эти пакеты? Да, эти тоже выходят 4,5 килограмма. Понятно? Или нет? То же самое, пробирка, банка, маточник и рабочий 12 штук. То же самое пакеты по размеру идут и там, и там уже. Да, это одинаковые все пакеты банок идут. Банок 5, потом... Это пакеты идут. Это одна банка уже, здесь 5 штук, от одной банки уже начинается расхождение. Один пакет. Один пакет маточного, из маточного высевается 12 штук рабочего мицелия. А с одной пробирки получается 5 штук вот этих, да? Умножить. Да, с одной пробирки получается 5 штук, 5 банок. И 12 умножить на... Еще ну, это уже это параллельно это, еще. Там такие банок, пробирки 5, уже 5, 5, в лаборатории 5, тоже размножаются. 5, 5, 5. Да, пробирки. Пробирки. Да. А стоп, я еще нарисую так. А пробирки делаются вообще, скажем так, вот нарисуем, откуда берется пробирка. Мы нарисуем вот такую штуку. Здесь будет вот так, здесь будет вот так. Тут мы сделаем вот шприц. Такую конюлю, а тут сделаем шприц. Да, это... Из шприца мы высеваем пробирки. Из одного шприца можно сделать, допустим, если там миллилитров 20, скажем так, 20 миллилитров, 20, то из одного шприца можно сделать фактически 20 пробирок. Ну вот, при пересеве получается 20 пробирок. Вот такая система. Ну, тут уже появляется этот анекдот из космоса. А это откуда берется? А это откуда берется? С лаборатории. А это откуда берется? Это берется из чашки. Это берется чашка, то, что я показал, чашка Петри. Угу. Чашка Петри. Петри. Вот. Вот на ней мы выращиваем сначала первые мицелий. Потом для получения клеточной культуры мы применяем технику лабораторного соскоба. Одна из очень самых
таких вот лабораторных сложных и очень ответственных, да, и очень аккуратных практик, поэтому, потому что именно в шприце в жидкой среде проверить качество этого мицелия нужна очень или точная аппаратура, или нужно 3 месяца до того, пока мы вырастим гриб. То есть проверить это почти невозможно, поэтому именно к этой манипуляции лабораторного соскоба нужно относиться очень и очень тщательно. Вот и это уже получается, что размножается уже из этой чашки через другой, мы да? берем клеточные культуры на шприце. Вот из чашки. А клеточная тарелка опять уже откуда? А тарелка из шприца. Это как у еврея. Мыша где-то взял деньги в тумбочке. А кто их туда положил? Жена. А жена где взяла деньги? Я ей дал. А ты где взял в тумбочке? Да. Как это записать? Если воду слить, то слить воду, то делать блоки не раньше, чем через 6 часов. Можно и 12, если большая. А лучше, девочка, тут лучше. Получается, если дольше, то лучше. Ну, имеется в виду, если там 12 часов пройдет, то еще лучше. Она будет именно в том состоянии, которое... Если там спешим, вот скажем, быстро нужно сделать, то не быстрее 6 часов. А если не спешим, то лучше сутки там просто... подождать. Пусть остынет немножко, пусть хорошо стечет вода, а тогда уже делать посадку. Будет... Норма 12-24 часа. Просто если раньше, тогда влажность будет высокая, когда мы уже блоки, да, в пакетах, да, будет вода, конденсата много будет. Это тоже исправимо. Если вдруг видим, что на дне, там, допустим, стекла вода и стоит там 2-3 сантиметра вот этой коричневой воды, то ножиком в самом нижнем углу вот этого мешка делается надрез. Приклонила на стекло. Нет, она, он стоит, например, уже на полке. И видим, что внизу сделался мешок с водой. Желтая. Внизу, внизу делаем надрез, и она гриб просто... Пойдет, да, и она просто... Вода выльется на... Все. Пойдет гриб оттуда. Пойдет, да. Но если будет дырка, то он оттуда полезет. Так, мы... И там их нужно... Ну, понятно, оставить остыть. Они там... Я так пробовал раз... Горячий, я что-то спешил, вынял его, только поставил где-то на пол, у меня балка, банка лопнула и рассыпалась. Да, да, перебор. Разная температура, да. А норма на сколько килограмм пшеницы, сколько... А вот я сейчас покажу. Там норма такой... Нет, норма так интуитивно. Это норма будет зависеть от влажности самого зерна. То есть подсыпали, если помешали, мы переварили, то будем давать больше до тех пор, пока, ну, чтобы больше влаги мы отбирали. Так главное, конечный если, результат. Да, чтобы... если зерно сухое, то будем давать мало, иначе понятно. Будет еще суше от этого. Понятно. Поэтому тут норма такой, что потом... в граммах нельзя. Тут мы просто мешаем и смотрим, что у нас получается. Вот только так вот можно дозировать. Ну, вам вот, видите, самое главное сейчас будет разобраться с этим. Разобраться именно с этими банками, с этим пересевом. Этим у нас сейчас закрытие проблем не будет, потом будет немножко проблема, когда уже будет пакет клеить. А сейчас будем это... Теперь фильтр с той стороны ставите тоже по краю, да? Выравнивать его. Или без разницы. Сейчас мы посмотрим, что у нас вышло. О, все хорошо у нас вышло. Вот у нас получился уже фактически полупакет. Да, полупакет. Осталось только единственное, что склеить его вместе. А, вот. Видите, не получился, потому что... Это мой бракованный, да? Ну, я не знаю, там не захватили вот мембрану. Размеров. И целлофан, да, что-то не совпало. Чуть еще раз перепаяем, это не страшно. Но тут же не как, нам красота не нужна, нам нужна суть, чтобы был полноценный. Заканчивать. Нет, встань, я не подумал. Что тебе? Все, клеим фильтры. Клеим фильтры. Клеим фильтры на пакет. Сначала склеиваем сам фильтр. Вот, делаем склейку самого фильтра и потом следующее приклеим этот фильтр уже к самому мешку. Получается фильтр сверху приклеен, да, на пакете. На пакете. Так.
Хочу. Знаете, что щи... Вот. Чуть так поспешил. Надо ничего. Все, все нормально. Так, еще один. Еще один покажем. Еще один. Так, туда. Вот, вся готовка. Переворачиваем. Вот фильтр. Фильтр. Просто фильтр. Да, сам фильтр спаиваем. Частички с одной стороны. Фильтра, да. Раз, два, три. Остывает. Можно было сделать его. Снимаем. Это уже аппарат нагрелся. Уже чуть-чуть сбавляем. Вот. И сейчас припаиваем его к самому мешку. Сбавляем время. Время просто меньше станет. Время спаивания. Да? Оп. Ждем. И мешок уже с фильтром уже готов. Все.